spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия воблеров от японской компании Halcyon System. Это одна из моделей из линейки под названием Mehada. Ее отличительной особенностью является высокое качество изготовления и уловистость. Основное предназначение – ловля хищника на средних глубинах. Давайте поближе рассмотрим эти интересные приманки. Mehada является представителем класса Shad. Корпус удлиненный, имеющий высокие, слегка круглые бока. Первая половина наиболее объемная. Далее тело постепенно сужается в сторону хвоста. Благодаря такой геометрии воблер обладает стабильной игрой на медленных скоростях проводки и отзывчив на любые манипуляции удилищем. Спереди мы видим узкую прямоугольную лопатку из пластика. Рабочий горизонт производитель не указывает, но исходя из характеристик воблера, можно предположить, что он заглубляется на метр-полтора. Выше имеется крепежная петля без заводного кольца. Кстати, если вы собираетесь целенаправленно ловить щуку, используйте надежный поводок. Он защитит приманку от среза острыми зубами. Длина именно этой модели равна 90 мм, а вес, по заявлению производителя, составляет 17 граммов ровно. То есть наиболее подходящей снастью будет спиннинг класса Medium Light. Представленный Shad обладает нейтральной степенью плавучести. Именно суспендеры больше всего подходят для ловли пассивной рыбы, так как во время паузы они способны зависать в воде и дольше находиться в перспективном месте. Производитель предлагает самые популярные цвета, в которые раскрашивается эта серия. В палитре присутствуют как имитации настоящих рыбок, так и любимые многими кислотники. Также есть с голографическим эффектом, создающим множество бликов. В результате можно подобрать воблер, наиболее подходящий для ваших условий ловли. Для оснащения применяются два тройника от известной японской компании Owner. Они достаточно острые, чтобы обеспечить результативную подсечку, и мощные, чтобы держать рыбу на вываживании. Этому способствуют и маленькие бородки, которые меньше травмируют трофей, но в то же время не дают ему сорваться. В пластиковом корпусе расположены металлические шарики. Часть из них передвигается в продольном канале и являются частью системы дальнего заброса. Также есть дополнительные элементы огрузки и балансировки. За счет их подвижности создается сравнительно громкий шумовой эффект. В качестве анимации для Halcyon System Mehada можно применять различные варианты. При равномерной проводке Stop & Go воблер будет привлекать хищника мерцанием высоких боков, а при твичинге активно метаться из стороны в сторону. В качестве основных трофеев выступит щука и крупный окунь. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. На этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.